Назарбеков Назгүл Салхымбекқызы, номер 12 үйдің 3-ші пәтер иесі. Счастливые новоселы получают ключи из рук акима области. Жансейит Тюмебаев лично поздравляет владельцев новых квадратных метров в микрорайоне Асар. Арендное жилье получают те, кто стоял в очереди по линии казахстанская ипотечная компания. Много лет Нургуль Базарбаева ютилась с мужем и тремя детьми на съемной квартире. Учитель казахского языка и литературы стояла в очереди на жилье 3 года. Сегодня Назгүл в числе счастливых новоселов. С тремя детьми жить на съемных квартирах непросто. Приходилось иногда переезжать. Конечно, мы очень рады, что у нас теперь появилось свое жилье. Будем здесь обустраиваться. Полученное жилье 42 семьи смогут в будущем выкупить. Площадь однокомнатной квартиры составляет 24 квадратных метра. Двухкомнатной – 54, трехкомнатной – 74 квадрата. В прошлом году начали строительство объекта, в этом году сдаем. Есть гарантийный срок. 18 домов на 1 год, 12 домов на 2 года. По направлению казахстанской ипотечной компании через портал ЕГОВ на получение квартир в микрорайоне Асар принято более 4000 заявок. Из них 446 горожан подтвердили свою платежеспособность. Все они получили направление в электронном виде.